Я обзор односпального дома. Как мы видим, кухня не оборудована, но зато есть большой холодильник. Гостиной нет, есть спальня. Вот так вот она выглядит. Есть небольшой столик, парковочная зона. Вот так выглядит санузел. Санузел сделан неплохо, но не идеально. То есть мы видим душ, видим слив, но не видим защиты, чтобы вода не растекалась. Домики абсолютно новые. С вами был Лев с компанией Balsamy.